летучего у нас сегодня будут с вами покупки одежды. И также я покажу вам, что я планирую носить этой весной. У нас такое сейчас будет погружение в теплый период. И начну я с такого желтого актуального цвета. Он более горчичный оттенок имеет. Но сейчас все оттенки желтого на пике популярности, по мнению Пантона. И вот эта футболка, она из новой линейки, которая называется Airism. Смысл в том, что здесь идет сочетание хлопка с этой специальной технологией, и ткань получается более летящей и приятной к телу, при этом удерживает все тепло. Футболка базовая, но у нее актуальный фасон, который можно сочетать с обычной базовой джинсой или брюками. Из-за таких нетривиальных, необычных оттенков это сразу добавит красок в вашу жизнь и привлечет позитивное настроение. Также здесь есть некоторая асимметрия, и по спинке футболка чуть длиннее, чем спереди, поэтому ее можно как-то заправлять и, в общем-то, с ней баловаться. Также я хотела вам показать вещь. Я наблюдаю за сторис, вообще не пропускаю, у Риты Масловой. Это блогер, который мне очень импонирует по своей подаче. И она такая вот, знаете, честная, простая, актуальная, полезная. В общем, то, что мне очень близко. И она показывала какие-то комбинации в магазине. Она куда-то ездила и прям составляла подборки вещей. В общем, я, честно, я не смогла пройти мимо, когда увидела свитер из альпаки. Конечно, я потом немножко пожалела, потому что я вспомнила, почему я не люблю эти пушистые свитера. Они везде, в глазах, потом в носу. Но, тем не менее, вот это ощущение воздушности, легкости, какой-то укутанности, знаете, мягкости, оно просто неповторимое. Всегда такой образ получается комфортным, очень уютным. Поэтому я вам рекомендую тоже посмотреть. Я за свитер заплатила где-то 3,5 или 3 800, точно не помню, вместе с доставкой. Это, мне кажется, первый свитер из альпаки, который я увидела за такую стоимость. Это очень приемлемая цена. И плюс актуальный фасон. То есть, почему я вообще обратила внимание на этот свитер? Он идет с закосом под поло, да, то, что сейчас является одной из самых трендовых вообще фасонов сезона. Вы можете использовать это в обычных трикотажных типа лонгсливах, да, только с таким же воротом, или даже в футболках. То есть обратите внимание, сейчас вот именно такие воротнички на самом пике популярности. Также у меня есть несколько классных моделей. В этом месяце я сотрудничала с брендом Top Top. Они предоставляют очень крутые вещи и подборки прямо от стилистов на сайте, поэтому всегда намного удобнее подбирать себе что-то, если вы не знаете, что с чем носить. В моем случае получилось довольно много вещей, которые зацепили мое сердечко. Опять-таки поло, за которым я сразу охочусь. Я увидела еще его такой нежно-розовый оттенок, который всегда повышает мне настроение. Если мне хочется такого заряда эмоций, цвета добавить, то это один из моих любимых цветов. Также у них есть очень актуальные модели джинс, например, с таким разрезом по ножке, или сейчас очень актуальны такие брюки, джинсы, буткаты, клёши и все, что с этим связано. Мы все-таки прям проваливаемся в моду 80-х, 90-х годов, и многие меня спрашивали, где найти классные плотные клиши. Обратите внимание вот на такую модель. У нее здесь спереди идет такая специальная прошивка, которая помогает делать талию еще более узкой визуально. И это очень красиво и женственно смотрится. Можно носить будет и весной. Сейчас под верхнюю одежду зимнюю тоже смотрится очень актуально. Плюс такие джинсы можно носить и с оверсайз фасонами сверху, и также в облипку. Это будет смотреться прям такой красивый женственный силуэт, который будет расширяться к низу, и, соответственно, это смотрится прям вот так. У меня это размер S. В чем была загвоздка? Я очень сильно сомневалась, так как я ношу всегда разные размеры от фасона к фасону джинсов. Я сомневалась, какой размер мне подойдет, поэтому я заказала сразу две пары, и в итоге мне подошла именно S, потому что она мне очень хорошо села
На талии у меня узкая талия, а вторые джинсы я просто верну обратно, потому что там бесплатный обмен. Вы можете, соответственно, спокойно все примерить. Если вдруг что-то не подойдет, просто как бы вернуть там один из размеров назад. Плюс они очень быстро адаптируют разные тренды, поэтому у них можно найти самые актуальные фасоны, которые сейчас модны. Это, например, топы с кардиганами, это какие-то трикотажные костюмчики прикольные. Единственное, у них отшиваются вещи в ограниченном количестве, поэтому здесь нужно учитывать, что их довольно быстро раскупают, и то, что я хотела купить, там, то, что Даша показывала мне джинсы, я уже на сайте их не нашла. Поэтому, если вам что-то приглянулось, то лучше смотреть сейчас. По промокоду FlyCloud вы получаете 15% скидку, которая действует абсолютно на все на сайте и суммируется с сейлом. Я, когда выбирала какие-то вещи на сайте, я советовалась со своей подружкой, потому что она фанат именно топ-топ, и плюс она чуть ниже меня ростом, и у нее все джинсы, вообще абсолютно все на нее садится как влитое. Поэтому я еще заказывала себе примерять там разные платья. Есть сейчас из таких тоже актуальных фасонов с большими воротами. Это очень стильно тоже смотрится, но на меня это платье не очень прикольно село, потому что я, знаете, и так такая девочка-девочка. У меня такое круглое в лучших японских традициях, канонах точнее, лицо. И если вдруг я его буду делать еще и утрировать более кукольным образом, я сразу прям вот такая, знаете, мне хвостик и все. Поэтому я люблю чуть-чуть ужесточать и добавлять гранжа к различным своим образам и фасонам. Если это какое-то платье, например, вот у меня появилась просто идеальная, простая комбинация. Если вы на меня очень давно подписаны, то, может быть, помните, что я в свое время отшивала себе майки вот подобного плана, потому что они просто невероятно универсальные. Вот они подходят подо все, под пиджак или самостоятельно на джинсы. И буквально, вроде казалось бы, обычная майка на джинсах, но вы смотритесь как-то собрано по-офисному из-за такой струящейся атласной ткани. Плюс у топ-топ есть коллекция, которая полностью отшивается в Португалии из переработанных органических материалов. В общем, можно покопаться на сайте, и там очень много именно вот интересных стилистических решений, о которых не придется сильно париться и ломать себе голову, потому что все там показано на сайте с фотографиями, как и что примерять. В общем, это довольно длинная комбинация, она мне там практически по щиколотку, и мне нравится такие образы сочетать с какой-то сумкой, например, наискосок, если я где-то, ну, соответственно, в жарких странах или в Москве, в принципе, я вполне себе могу позволить гулять по городу в таком платье. Это и женственно, и красиво, и супер смотрится с обувью на плоском ходу, потому что это не платье с рюшами, которое вас обязывает, да, ну, вы не можете просто с угами его надеть или с какими-то сандалиями. Нет, там лучше все-таки надевать лодочки. Здесь можно использовать вообще абсолютно любые добавки там, в виде украшений, аксессуаров, супер лаконичных или наоборот супер каких-то таких громких и кричащих. И также можно, например, носить это со свитером сейчас, пока холодно, там, с ботфортами, с любыми грубыми ботинками. Я это планирую носить вместе с рубашкой. Вот подобного плана. Она оверсайз, соответственно, это такой образ день-вечер. Вы можете ее расстегнуть, можете завязать в районе груди, можно наоборот застегнуть и использовать в качестве добавки к этому образу, чтобы сделать его более собранным, подчеркнуть талию, сделать его немножко изящнее. Вот, например, такой широкий ремень. Вот, и это смотрится тоже, мне кажется, очень стильно. Еще, что я вам хотела показать. Это у нас тоже были все вещи из топ-топ. У меня есть еще домашняя одежда. Я вам говорила, что у меня есть прям подборка вещей, которые я 100% буду обновлять. Это база, которую я занашиваю до дыр, потому что это те вещи, которые мне, хочется сказать слово, пригождаются, но мне кажется, такого слова нет. Каждый день. В общем, они настолько часто мной используются и подо все, что мне кажется, нужно честь иметь и, в общем, перезаказывать эти вещи, чтобы на них не было катышек. Это вещи, например, бодик от Cotton Black. Это какие-то базовые футболки от Uniqlo, которых у меня порядка 15 штук. И если эту мне
прислали, то это первый раз, да, когда мне, по-моему, прислали какую-то одежду от Uniqlo. Обычно это какие-то там журналы, такая пресс-рассылка. В чем суть? У меня есть просто огромная любовь к леггинсам с кашемиром из белью. Они на самом деле такие странные. Они садятся по фигуре, но когда вы их долго носите, у них немного растягиваются коленки. То есть это не как спортивные леггинсы, которые у вас будут полностью в облипку. Нет, они скорее вот именно как такие мягкие, уютные леггинсы для дома. Я их носила с кожанкой и с удлиненной такой жилеткой кожаной, оверсайзной, летом носила со свитерами. То есть они классно сидят, но не для занятий спортом активным, а скорее как уютная база на каждый день. Или как подложка зимой я ношу вот эти леггинсы вместе с спортивными костюмами. Или под джинсы, потому что в них тепло, в них тело дышит. Знаете, если запаковать себя в колготки, условно там в пластик то же самое, что обернуться, вот вы сидите и некомфортно. Вот мне лично, да, если еще несколько слоев одежды, просто невозможно дышать. Я умираю от духоты, поэтому я предпочитаю все-таки вот этой зимой, я, мне кажется, ни разу колготки не пододевала под джинсу. Я надевала именно эти леггинсы, и, в общем, я их настолько замызгала, что заказала себе еще одни, поэтому у меня теперь есть новенькие. Как вы видите, я их тоже уже затаскала. Перед съемкой не смогла удержаться, и также у меня подружка, у нее очень большая грудь. Кто-то ведьмочка у меня. И она себе заказывала разные топы, примерила их, и ей конкретно эта модель не подошла, оставила себе другие, вот, а мне отдала 3 одинаковых топа разных оттенков. И вы знаете, на небольшую грудь они просто идеальны. Они мягчайшие по материалу, они дышат. Вот, видимо, технология все-таки создания ткани, она немножко разная. И я практически не ношу бюсты, но для того, чтобы не фокусировать внимание на груди излишнего, особенно когда холодно, я пододеваю вот такие топики под рубашки или под там какие-то свитеры. Вот, поэтому я вам могу рекомендовать от всей души. Если хотите, я могу попросить ее дать ссылку на те топы, которые она оставила, потому что вот здесь прям смотрится секси, знаете, то есть нет много ткани, и из-за этого, наоборот, как-то визуально грудь смотрится очень красиво. Поэтому у меня вот такое домашнее сочетание появилось, и я иногда набрасываю просто кардиганы, это смотрится вообще вот так. Еще у меня уже прям призыв не то что к весне, а к лету. Я, знаете, поняла, что до отпуска нужно созреть. Я несколько дней назад села, я там практически раздала все свои долги за квартиру и такая понимаю, что я не просто хочу отдыхать, а я именно морально созрела копить на отпуск. Я прям понимаю, что я это сделаю в ближайшие там 2-3 месяца 100%, и я прям, ну, я не знаю даже, как это объяснить, оказывается, есть разница в этом ментальном состоянии, хочу отдыхать и собираюсь в отпуск. Не секрет, да, что разные бренды там пишут в Инстаграм познакомиться или еще куда-то, и, в общем, новый бренд для меня, но вот от всей души могу похвалить. Фасон рубашки, который вы сейчас на мне видите, это верх от этого костюма. Он смотрится супер секси, эстетично, не вульгарно, дорого со вкусом, и плюс это комбинация из льна. Вот у них бренд называется Португалка, если я не сказала, и они используют какие-то модные, актуальные фасоны именно там, и плюс натуральные ткани. В общем, я могу вам прям порекомендовать присмотреться, потому что на меня очень редко садятся красиво какие-то шортики летние, и для меня это прям проблема некоторая, то есть это как-то либо слишком, либо, ну, как бы, как-то по-уродски, что ли. Вот, здесь комбинация смотрится прям вот так вот, ну, то есть вот не серединка на половинку, а топчик и зачет, опять-таки, я представляю ее там с клатчем, абсолютно, ну, как бы комфортно себя буду чувствовать в любом месте, если жаркая и хорошая погода. И в итоге такая думаю, я не хочу снимать рубашку, она на меня так классно села, я просто надела джинсы и вчера, собственно, таким вот в таком образе и пошла на работу. И я себя чувствовала супер, офигенно. Я здесь заворачиваю рукава, на самом деле они вот такие длинные, все аккуратненько, здесь такие
деревянные типа пуговички, даже, знаете, похожи на кокосовую, вот этот вот, как сейчас очень модная посуда есть из кокоса, так здесь пуговицы сделаны. В общем, смотрится прям супер, советую вам присмотреться, если будете искать себе какие-то базовые костюмчики, именно такие летние, плюс материал настолько качественный и плотный, что он практически не мнется. Еще одна вещь из магазина Топ-Топ. Это вот такое актуальное супер платье с жемчужной отделкой. Это не пуговицы, это именно, ну, как бы, скорее такая визуализация, как обманка. Но она добавляет платью какой-то женственности дополнительной и намекает, немножко отсылает нас опять-таки к трендам, которые были несколько десятилетий назад. Смотрится классно, но при этом образ остается. Вот в чем отличаются вещи, которые можно найти на сайте Топ-Топ, вы, наверное, замечали, у многих блогеров сейчас их можно встретить. Они такие типа с перчинкой, то есть либо какие-то актуальные вырезы, так и здесь. То есть само платье может быть и сдержанное, может быть и легкое, струящееся, и слишком там, не слишком, но девочковое, да. Тут вот, например, есть такая красивая выделка груди, но при этом это укороченное платье, и, соответственно, вы открываете небольшую область ног, и сразу, ну, как бы, есть такое равновесие между женственностью и перчинкой. В общем, это мне очень нравится. Платье село очень красиво, на мой взгляд. И вот эти, я перемерила, на самом деле, очень много всего. И вот эти вот три образа я решила оставить себе. Также я хотела вам показать из моего любимого Present Simple. Это не спортивный костюм. Все-таки, да, это трикотажный костюм, в котором вы выглядите хорошо. Вы выглядите в нем неразнузданно, и пойти в таком костюме и провести там выходные где-то. Короче, я надеюсь, вы понимаете мою мысль. В общем, трикотажный костюм не совсем равно спортивный костюм. И все-таки он такой более повседневный, что ли, на каждый день. И смотрится он очень классно. Здесь есть такие шлейки. Я его тоже уже заносила за вот эти 2-3 недели, сколько он у меня есть. Несказанное количество раз. Мне нравится, что здесь есть капюшон. Он плотный, двойной, поэтому я его ношу вместо шапки. Например, у меня есть черная манишка, которая, в принципе, тоже имеет такой же двойной капюшон, защиту и так далее. Здесь вот мне просто нет нужды что-то пододевать. Ни шарф, ни шапку я с этим костюмом практически никогда не надеваю. У меня это размер M, и он мне немножко даже великоват. Но я люблю такие очень свободные модели для того, что я ношу на каждодневной основе, чтобы никаких резинок там не пережимала. В общем, подружка у меня сразу, я ездила к моей сладкой любимой подруге, она там с малышом сейчас, и она у меня сразу спросила: «Алина, что за костюм?» Она такая: «Это Present Simple». Я такая: «Да». В общем, короче, да, я знаю, что он всех манит. И последние несколько вещей, которые я хочу вам показать, они были из магазина 12 Stories. Мне безумно нравятся и серые джемперы вот с такой вот прошивкой. Я не знаю, почему она меня так манит, да, вот какая-то такая крапинка, и она здесь причем разных оттенков, такой оранжевый, красноватый, черный, серый, какие-то, в общем, разные пигменты, такие как будто, знаете, сродни брызгам краски. Я не знаю, мне кажется, что это всегда добавляет дороговизны вещи и какой-то вот текстуры дополнительной, и я прям не могу мимо этих вещей проходить. Серой одежды у меня очень много. Я помню, у них такой свитер был год, что ли, назад, и я решила тогда, такая, руки себе свернула, не буду брать. А в этом году у них увидела такой розовый джемпер, и, в общем-то, я его тоже сейчас ношу с удовольствием. Мне почему-то по материалу на сайте он показался, что будет более плотным. На самом деле такой вот именно джемпер из достаточно тонкой вязки, но при этом здесь тоже смотрите материалы. Почему я выбираю сейчас наши российские бренды в основном? Потому что стоимость типа такая же, как у масс-маркет, middle-market, да, что-то между. Но при этом здесь качественно материала совсем другое. Здесь 90% шерсть, 10% кашемир. Вот, и, собственно, никаких примесей тут нет, так что это тоже все перерабатываемое, органическое, приятное к телу, то, что дышит. И, конечно, в такие вещи намного приятнее, как бы, в
вкладывать душу, убирать на полки и так далее. Я сейчас, кстати, читаю вот эту известную книжку про магию уборки от Мари Кондо. Конечно, век живи, век учись. Все равно я, наверное, буду что-то еще перебирать у себя дома. И это какой-то нескончаемый процесс, и к нему и надо так относиться. Поэтому главное, чтобы вещи вас радовали, и вот какая-то телесная была с ними взаимосвязь, чтобы вам было в них хорошо, иначе непонятно, зачем тратить на это силы, время и так далее. Так, и еще у нас несколько позиций. Это свитер темно-серый, такой графитовый, практически черный. Таких у меня оттенков не было, если что, это не совсем серый. И у него очень красивая текстура. Это супер смотрится, если носить с базовой джинсой, ремнем. И просто чуть-чуть подобрать вот так вот низ свитера, убрать его в джинсы. Смотрится прям классно, отлично смотрится с какими-то серьгами, ракушками крупными или даже с подвеской. То есть, в принципе, чтобы собрать образ, требуется совсем мало, лишь бы вещь сама была качественная и добротная. Здесь у нас тоже, давайте я вам по составам пройдусь, раз уж началась. 70% шерсть. 30 кашемир. И последняя вещь, не совсем такая тривиальная, на мой взгляд, для меня конкретно, по фасону, да, это джинсы от бренда 12 Stories, которые я ношу, затягивая на талии. Они тоже такие оверсайз, но не совсем мам джинс. Это такой более прямой фасон, который нужно тоже уметь носить. И мне нравится сочетать как раз эти джинсы вместе с там, розовым и этим серым свитером. Ношу их с ремнем, который, кстати, у меня тоже от бренда 12 Stories, и ему уже порядка 3 или 4 лет. Тоже постоянно получаю вопросы по поводу этого ремешка, так что он у меня оттуда. И, к сожалению, не уверена, есть ли он сейчас на сайте. Джинсы у меня, по-моему, в размере M. Да, но есть подозрение, что S-ка могла бы на меня легко налезть. На сегодня это все. Я очень надеюсь, что вам понравилось это видео. Напишите внизу, какая комбинация вещей вам понравилась больше всего. Всем хорошего настроения.